Полтора месяца, и эти коридоры снова заполнят ученики. Пока здесь тишина, но работа кипит. Школы Химок активно готовят к началу нового учебного года. Насколько успешно, проверил глава городского округа Дмитрий Волошин, посетив школу номер 22 в микрорайоне Сходня. Руководитель муниципалитета осмотрел столовую. Без внимания не остались спортзал и учебные кабинеты. В этом году в рамках губернаторской программы образования Подмосковья школе выделили 150 тысяч рублей. Еще чуть более 300 дал муниципалитет. Деньги пошли на закупку нового оборудования. Во всех школах в Химках проводится ремонт, закупается новое оборудование, школы на модернизации. Мы готовимся к новому учебному году. Вот конкретно здесь, в 22-й школе, мы модернизируем кабинет математики, кабинет химии, закупаются интерактивные доски. Работу интерактивных досок тут же и продемонстрировали. С техническим оснащением новый материал можно объяснить наглядно. Диагонали здесь бывают разные. Вот показать, что, например, у него есть одинаковые диагонали по длине. Так. И могу взять, например, другую диагональ, которая другой длины. Да, здорово. Вот, пожалуйста. Еще один полезный инструмент – документ-камера. Устройство, которое в реальном времени сканирует документ и выводит его на экран. Будущим школьникам эти нововведения только предстоит оценить. Пока они ходят в летний лагерь, но изменения уже заметили. Здесь очень просторно, здесь можно где с ребятами там поговорить, можно куда-то отойти, где-то что-то можно посмотреть. Вообще школа мне очень нравится тем, что здесь просторно. Большой спортзал. Вот, и ездить разбежаться. Много нового сюда добавили. То есть стали всякие фонтанчики, много всяких раковин, где можно помыть руки всем, а не ждать очереди. Школа номер 22 приняла первых детей в сентябре прошлого года. Всего в этом здании обучают почти 1000 школьников. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, служба новостей.